Путина нужно послать туда, откуда он вышел, или куда следует. Куда следует, пусть выбирает сам. У безбожников матерей не бывает, потому что от рождения они были вычедышами. Вот что этот вычедыш наделал. Все знают, что расчет Украины Путин просчитался и просрал. Но после этого он начинал еще обосрать. Никто во главе пропагандонов, ни один осел не знал этого. Козлы знали, то есть Соловьев Скобаева, Матвиенко Володин, Марго Абедзяновна Симоньян, Кесоян Свиньевич, Чейнин и другие тоже просрали. Но только в рот друг другу. А Скобаева послала в рот Попову, Марго Симоньян сирала в жопку мужу Кесояну. Слава тебе, Украина, за то, что Путин обосрал, а пропагандоны сиратниками стали. Героям слава!